Данный ролик будет просто ни о чем. Погнали. Ну чё? Счастливо, друзья мои. Hey! Итак, просто решил прогуляться с новой камерой, понять, чё кого. О, придурочная моя. Стало меньше людей, да. Все, давай, пока. Пойду погуляю, в жопу отсидел все уже. Сегодня, кстати, последний день лета, 31 августа 2024 года. Да-да. И надо лето как-то проводить. Может, выпить? Может, не стоит? Ну, что-нибудь придумаю обязательно и вам сообщу. Вы это увидите. Кто бы это ни смотрел. Как надоело ходить этой дорогой. Кто бы знал вообще. Жизнь у моря, она такая. Мало интересного происходит. И всего два маршрута. Налево вдоль моря и направо вдоль моря. И все. И больше идти некуда. С князем Милошем. Привет. Привет. Надо чокнуться было. Все уже чокнулись давно, я уверяю. Короче, народу уже мало. Это реально очень прекрасно. Вообще, я не мог дождаться. А еще в понедельник отключат воду, а здесь только холодная вода и нагреватели сплошные везде. Так вот, ее отключат на неделю и будут давать только с 5 до 7 утра и с 5 до 7 вечера. Каждый день. Вот, получается, 4 часа в день. Так уже было в том году. Это для нас не сильно новости, но все равно приятного мало, когда ты просто после лета, которое было очень дискомфортным в плане температуры, была просто лютая жара, 35 просто стабильно ежедневно, ну, все 3 месяца. И ты только такой, типа, стало попрохладнее, только думаешь, сейчас погрузишься в комфорт, хер тебе. А, вот, пожалуйста, живи без воды. А еще в этом ролике я буду пиздеть. Пиздеть не в плане общаться, а в плане жаловаться. Почему? Потому что без преувеличения, вот, пожалуйста, я сейчас иду налево вдоль моря, ну, после того, как вышел из дома. А мог пойти направо вдоль моря. И для человека, который у моря не жил, это звучит романтично и интересно. А для человека, который пожил тут,
Это печально, потому что у тебя всего две дороги, и ты знаешь все, каждый дом, даже людей ты уже знаешь всех в лицо. Ну и ты реально живешь в дне сурка. Фильм, конечно, забавный и смешной, но в реальности оказаться в нем это не очень вообще. Поэтому я решил просто погулять, запомнить эти свои ощущения. Слава богам, этим летом я не сломал себе палец. Хотя ушибся тоже неплохо, но все уже прошло. Вот, так что это лето я провел в движении хотя бы. Ну вот я и пришел куда-то. И в данном случае куда-то не означает, что я заблудился, а просто опять встал на какой-то выступ. И, наверное, буду заканчивать свой сей фильм, потому что цель его была вообще посмотреть, что может эта камера. Я сейчас смотрю на изображение, ну так, конечно, маловато сенсора у нее. Я зачем зашел в магазин? Для чего? Вот теперь сижу здесь, домой не иду. Вроде даже что-то видно. Эта шняга стоила 7 евро все лето, а теперь она 2,50 по скидке. И я должен был попробовать. Кто не понял, это Джек Дэниелс с колой. Но... ничего, пойдет. Колы больше, чем вискаря. И я не уверен, что там прям Джек Дэниелс, знаете ли. Все.